Здорово, ребята, с вами Мамонт, и в этом видео самые свежие новости. Первое. Новый патч 0.21.1. Главный вопрос, стоит ли обновлять версию. Второе. Ответ разработчиков насчет Nameless коллекции и стоит ли ее вообще фармить. Третье. Разработчики замечены в новогоднем режиме, у нас даже есть название. Четвертое. Секретная новость. Пятое. Баг. Вчера вышел патч 0.21.1. К огромному сожалению, у меня нет информации, что добавили в 0.21.1. Баги остались, фичи остались, ничего не изменилось. Поэтому, ребят, визуальных каких-то изменений нет. Можете спокойно скачивать. Nameless коллекция. Ребята, к сожалению, к огромному сожалению, разработчики не отвечают на счет Nameless коллекции. Сколько бы раз не писал, сколько бы раз не спрашивал, всегда один и тот же ответ. Позже, не знаем, возможно и так далее. Давным-давно сказал какой-то около разработчик, я не помню точно кто именно, но он сказал, что Nameless коллекция выпадает только из матчмейкинга. Но хэллоуинский стикер-пак выпал из союзников, какому-то челику недавно. Теперь вопрос самый главный, выпадает ли Nameless из союзников? Нет, мы не можем получить ответ никак. Потому что разработчики не отвечают. Нужно просто смириться и забыть про Nameless коллекцию. И фармить ее нереально. Просто сколько бы раз не пробовал, никогда ничего не дропается. В матчмейкинге она дропается 100%. Да, если играть в ММ, она там выпадет. Когда-то там, возможно, через 1000 лет кому-то из вас. То есть больше информации нет никакой. Только матчмейкинг. И то это не сотка инфа. Да, кому-то выпадала Nameless из матчмейкинга. А возможно ли это сейчас? Выпадет ли прямо сейчас кому-то скин из Nameless? Возможно, эту функцию вообще отключают на время. Инфы от разработчиков никакой никогда не было насчет Nameless коллекции. Просто, что она выпадает за удачу. Удачи, играйте! Один из разработчиков замечен за игрой в режиме Безумный Санта. Искренне надеюсь, что это не тот же Безумный Санта, который был в прошлые разы. Так как этот режим уже немного надоел. То же самое каждый год почти. Ну, такое себе. Не, ну вот если бы Безумный Санта раздавал нам на аккаунты голдишку, подарки, окей, это лучший режим стендов 2. Многие подписчики просят меня вернуть рубрику «Инвентарь под фильтром». Ну, во-первых, она не хайпит, во-вторых, я с нее ничего не получаю, в-третьих, много хейта. Именно поэтому эту рубрику я продолжу только на Boosty канале, где есть платная подписка. На самом деле там очень много разных платных подписок, если вам что-то понравится, можете приобрести. Ссылочка в закрепленном комментарии. Ребят, вышел патч 0.21.1 и баги остались, все почти осталось, ничего не изменилось, я ничего не заметил. И вообще, весь стендов в последнее время очень сильно лагает. Конечно же, у меня была рубрика, где я показывал разные баги в стендофе, разные моменты, фишки и так далее. И вот я бы хотел вернуть эту рубрику. По ссылочке в описании будет группа «Инструмент стендов 2». И туда вы сможете скинуть все свои видео, снятые с багами, либо какие-то скриншоты с багами и так далее. То есть все баги, которые вы замечаете в игре, вы можете скидывать мне в группу. Ну и естественно, вы можете попасть в следующий видос со своим классным багом. Ну а кто досмотрел это видео до конца, напишите в комментариях «Жду обновление 0.22.0». Ну или новогоднее обновление стендов 2. Я буду понимать, что вы уже досмотрели это видео до конца. А еще советую вам посмотреть вот это видео, которое вылезло на экране, посмотреть его обязательно до конца, от начала, там, да, приятного вам просмотра, и, естественно, лайки влепите, да, лайки это топ.